Щука, род пресноводных рыб, единственный в семействе щуковых, тело торпедовидное, голова большая, пасть широкая, окраска изменчивая, зависит от окружения, в зависимости от характера и степени развития растительности. Щуки, чрезвычайно прожорливые хищники, питаются они в основном рыбой, распространена в пресных водах, живет обычно в прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах. В реках, озерах, прудах щука ведет оседлый образ жизни, может также встречаться и в опресненных частях морей, продолжительность жизни отдельных особей может доходить до 30 лет. Во время нереста рыбы выходят на мелководье и шумно плещутся, мясо щуки содержит мощные природные антисептики, которые помогают бороться с бактериальными инфекциями и укрепляют иммунную систему, поэтому мясо щуки считается отличным средством профилактики. Щука относится к нежирным видам рыбы, ее мясо рекомендуется для диетического питания.